С 3 мая в Омске начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подпишет мэр Сергей Шелест. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается стабильная теплая погода. Теплоснабжающие предприятия начнут отключать подачу тепла в жилых домах и административных зданиях. После этого все системы переведут на летний режим работы, чтобы отремонтировать. Ресурсоснабжающими организациями будет подготовлено 1300 километров водопроводных сетей, 1900 километров сетей канализации, проведена замена 13 километров тепловых сетей и 6,5 километров водопроводных. Также будет проведена большая работа по подготовке почти 1400 километров тепловых сетей, а также 64 теплоисточников.